Всем привет, с вами я, мистер Найк, и сегодня мы поиграем в Skyrim только с читами. И вот здесь я последний раз сохранился. И будем здесь мочить этих бандитов. Я когда я снимал видео, у меня просто не получилось, и вон там я сохранился как раз. Там у меня было сразу две типа видео. Ну так и будет идти все. Давайте лучше начнем. Как раз уже третий уровень у меня тут. Ну, это я с читами же играю. Читы, они нормальные. Ой. Так, спать хочется. Не выспался ли я. А так сейчас утро. У кого-то день, у кого-то ночь, у кого-то вечер, у кого-то утро. Давайте ведем по СБ. Ведем ДММ1. И ведем ТГМ. Вот. Теперь другое дело. Теперь давайте. Тебе не взять верх. Чё? И где? И где все? Я чё, их уже убил? 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 Я так думаю, да? Кирко! Ну нафиг эту кирку. Пошлите наверх. Сундучок. А, это комод вообще. Одежда, говно какое-то. Так. Ну, возьмем чуть такое. Часть первая. Можно почитать по на самом деле-то. Да ну нафиг, барабан. Продам. Барабан. Не страшно умирать. Ча? Мне нет, мне не страшно умирать, а ты сама где? Ну. О, вон! Я лук пока что возьму. Я лук реально возьму, я буду обстреливаться, помогать этой, как его называется. А, она уже убила. Гадка. Ой, попал. Ха. Здорово, Лидия. Хочешь, я тебя попаду? Что ты делаешь? В жопу стрельнул, нельзя, что ли? Хочешь, хорошо отбечь? Вот, другое дело. Практически насквозь, но пусть так. Я прямо за тобой. Мне кое-что нужно. Хорошо. Что именно? Жопа. Что тебе нужно? Ничего, все, спасибо. Ты че? Ты где? Ты чья? Что ты делаешь? Опа-на! У тебя прям насквозь прошла! Ставьте лайк вот за этот насквозь, потому что стрела прошла. Ставьте лайк, пожалуйста, ставьте лайк. Где дам какой-то тут у меня было сейчас написано? Во, ждать там. Да ну нафиг. Да ты чё, дурак, что ли? Зачем ты стреляешь раньше времени? Что ты делаешь? Хедшот бич поставил. Что-то еще? Не, ничего, все, давай больше. Давай, короче. ВДВ! Ну, не сдох. Все нормально, надо продавать вещи. Так, пошлите продавать реально вещи. Вещи, они... Их, точнее, надо продавать. Давай на Вейтран топышкаемся. И там где-то снаружи и внутри можно, наверное, там... Можно. Ну, там, да, можно там продать вещи и купить вещи. Даже еду. Ну, давайте. Купим вещи, купим вещи, купим... Ой, зачем вещи? Продадим вещи. О, пацан, здорово. Чё ты сказала? А знаете, что некоторые фрукты и взаправду лучше...
Кто бы мог подумать, что от продажи фруктов так устали? Что нафиг? О, ты меня чуть не срубил. Я работаю на Белитора. В лавке помогаю. Давай. Убей меня. Заходи в лавку Белитора на рынке. Не сомневайся, у нас найдется кое-что для тебя. Белитор. Опа, она. Товар Белитор. Вот. Да, вот там мы и продадим что-нибудь. Броню давай. Не знать, если тебе что-нибудь приглянется. Привет, Белитор. Все продаю. Да, немного того, немного сего. Давай я тебе одежду свою, это... Сколько? Одну. Пару. Да. Цена сделки. Торговцы лишь... Всё! Вот тебе одежда. У тебя вообще одежда хорошая. Теперь... Где броня какая отличная. Опа, она теперь сколько стоит? Ну это у тебя все говно. А так, если без читов, это все нормально. Ладно. Побрякушки, всякая всячина и прочие безделицы. Может, тебе что-нибудь еще дать? Ты водите барабан, да? Рубин тебе дам. Все. Заходи еще. Опа-на. Ладно, без разницы. Пошлите в Вейтран. Так. Может, пьяный охотник? Давайте поугараем над ним, если будет время. Если даже есть время. Понял, почему он пьяный. У него глаза... Ну что, ты у нас тут сидишь? А, приветствую. Погляди. Оружие. Ну, нормальненькое оружие. У меня тоже такое же... Ладно. О. Приятно иметь с тобой дело. Приятно иметь со мной дело. Я же даже ничего не сделал. Стоп. О. Я не знаю страха и сожаления. Плати мне, и мы одолеем любого врага. Похоже, у тебя уже есть помощник. Я пойду с тобой, но твоему спутнику придется уйти. Что скажешь? Нет, все, тогда. Я не согласен, зато я посижу. Нет, я встану, как настоящий норд. С охотчиком люком. Закрой-ка. Меня никто не видит. О, ух ты, гад. Что нафиг? Так, ладно, пойдемте пока что повеселимся. И будем скоро заканчивать. Это маленькая серия получилась. Но всего лишь это одна серия. Потом будет еще и вторая. Так, давайте лучше... Так, пожалуйста, не обижайтесь на то, что я так мало вот на эту серию записал. Ну, пока что это просто, типа... Как бы сказать... Ну, типа, что это как бы... Skyrim с читами. Это пока первая серия, напоминаю. Пожалуйста, и давайте наберем где-то лайков 5. Ну, может быть, 10, как вы пожелаете. Ну, хотя бы 5 это максимум, и давайте больше, пожалуйста.
И давайте здесь закончим. Так, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем до скорого, всем пока-пока. С вами был Мистер Найк.